Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы, Всадники Олуха. Так, ну что, давай соберем, наверное, ресурсы, у кого сможем. Так, что у нас тут? 150 тусклого янтаря. Так, здесь корона. Ну-ка, сарделька, ты что мне принесла? 4 руды. Маловато, конечно, но лучшего все равно нам не дано. Так, беззубик. Создание тренажеров. Иди, бесплатно создавай. Так, кривоклык. Ага. Ну-ка, давай посмотрим, что же нам выпадет. Скорее всего, янтарь тусклый. Да неужели руны? Да, 7 штук. Очень много, конечно. Так, ты подожди, родной. Ты у меня пойдешь дальше в приключения. Все. Грамгильда. Так, 9 рун. Ну что, здесь, можно сказать, мы закончили, да? Так, беззубика мы попозже отправим. Так, здесь мы отказываемся от выгодного предложения и меняем вот эту вот брошь. Дальше. Так, а вы... Тихо, костолом. Костолом, конечно, ребят, надо его будет прокачивать, но пока не хватает нам рыбы. А сейчас, возможно, здесь пособираем все ресурсы. Вперед. Ты тоже вперед. Продолжай поиски древесины. Так, 100 железа заработали. Этих ребят мы сразу отправляем за рыбой на поиски. Так, весночес. 625 нужно железа для того, чтобы прокачать его на 107 уровень. Офигеть. Так, что бы с тобой ты сделал? Ну, пускай за древесиной пока летит. Чтобы не сидел здесь, не маячил. Этого за древесиной. Так, у этих ребят тоже забираем все. Так, подожди. Слушай, у нас пока слишком много дерева, а вот с рыбой небольшие проблемы. Буйволорд. Так, ну-ка посмотрим, что ты мне тут дашь. Ничего, да? Чешуйку только дал. И тусклый янтарь. Здесь листочки тоже тусклый янтарь. Ну что, отправили мы их тоже на поиски. Теперь давай пробежимся по нашим маленьким островочкам. А, где у нас здесь? Так, модификрылка. Тоже вперед за рыбой. Древесины, я смотрю, у нас много. Уже даже некуда ее девать. Ворчун, иди-ка дальше тренируйся. Нечего здесь сидеть без дела. Так, где-то тут у нас еще, да, ребятулечки засели. Вот они. Так, тебе-то тоже нужно прокачивать. Вперед. Давай. Все на тренировку. 528. А, тысяч. Я думал, миллионов не все. Так, ну что, с этим разобрались. Тут отправляем за рыбой. Этого тоже за рыбой, видимо, надо. 193 ляма, ёк-макарёк. На один раз только и хватило. Ладно, давай откроем, наверное, паки. Посмотрим, что у нас здесь. Ну, монета Одина, понятно. Дымодышащий. Так, шторморез, костолом. Ну и чуточку ресурсов. Ну что, монетки. Шторморез, громобой, водорез. Что-то как-то скудненько, конечно. Ладно, здесь вроде бы все. Откройте два набора карт, это все понятно. Так, давай-ка мы, наверное, здесь заберем награды. Ага. Замечательно. Так, ну-ка глянем, что у нас тут. На блестоцветы. Вот сюда мы их... Ага, не помещается. Вот тут только лишь. Ну, пускай стоят блестоцветы. Кстати, таких у нас не было еще. Так, блестящий янтарь. А, здесь открываем пак редкий.
Шторморез, Костолом. Так, шепот смерти, парящий прихвостень, Костолом дикарь. Вот, в принципе, и все, да? Здесь, кажется, мы разобрались. Ну что, у нас должно быть сегодня событие, ребята. Если оно, конечно, еще не закончилось. Так, свирепый против хранителей. Остался один день, 22 часа. И выживание у нас есть, но через 20 часов только будет открыто. Ну что, поехали, посмотрим. На одну заходку получается, да, отлично. Ну что, давай попробуем сегодня его пройти. Я думаю, что у нас получится. Правда, вот с нашими, как тебе сказать, с бустами все очень плохо. То есть прилив сил нету, да? И груш тоже нету, кстати. Всего лишь две и одна штука. Далеко мы так не уедем. Так, тем более здесь мы воюем против стражей. Так, стражи. Они, кстати, против фиолетовых очень круты. Поэтому нам, скорее всего, придется поменять команду. И взять, наверное, парочку свирепых. А что мы можем убрать? Мы можем убрать Барсика, да? Барсика можно заменить. Надо глянуть просто, кто у нас там из свирепых самый прокачанный. Ну, не считая, конечно, Кривоклыка. Давай нахильнемся. Так, укус. Ну что-то опять там фаер... Нет, просто ударяет. Так, здесь добили. Вторая волна. Костолом. Ага, с этим словорыгом. Сделаем дебаф. Укус. Слушай, ну штормореза здесь в любом случае надо оставлять, потому что он дебафит. Он снижает защиту у наших врагов. Поэтому, Барсик, скорее всего, тебя мы и заменим. Так, подожди-ка. Во, вот так сделаем. Так, кусаем. Ну давай, что там будешь делать? Просто ударяет. Ладно. Блин, я думал, сейчас мы его сможем уничтожить, но нет. Выстрел, жучара. Но это ненадолго. Крутим колесо удачи. И забираем... Ага. Аренский пак, который содержит новичков. Ну, допустим. Так, еще и здесь загадочный пак нам выпадает. Забирай с удовольствием. Так, а вот теперь надо посмотреть нам драконов. Можно взять, в принципе, чемпиона хлыстореза. Как вариант, кстати. Причем 13 уровень. Угу. Все равно круче у нас никого нету, да? Тут 7 разряд, я смотрю. А здесь 10. Ну, скорее всего, да, нам так и придется, скорее всего, поступить. Хлысторез. Снарядить вместо Барсика. Ну что, давай посмотрим. Там у нас что? Второй тоже пак аренский, да? Только уже содержит элитных. А здесь у нас два костолома. Так, поехали. Сейчас будем смотреть. Да, конечно, тут здоровится не очень много, да и уровень, как ты видишь, слабоват. А повышать силу атаки этого дракона. Угу. И уклонение на 45%. Как-то не особо мне это нравится, если честно. Давай дебаф повесим. Но они, естественно, они будут сейчас бомбить именно моего самого слабого дракона. Смотри-ка, нет. Начали и штормореза бомбить. Удивительно. Так, надо будет нам, наверное, как-то залечиться. Слушай, ну я на самом деле думал, что он будет мощнее бомбить. Так, вот это что за дела? Еще и оглушает меня, ты посмотри на него.
Ну, что ты там дальше предпримешь? Естественно, сюда же и продолжает бомбить. Бьет в одни ворота. Последняя волна. Наверное, вот так все-таки будем делать. Раз, два. На следующий ход мы разберем с тобой этого Громоли. Залечиваемся и продолжаем атаковать. Что он сейчас делает? Ну, наверное, суперудар свой. Так я и думал. Ну, ничего страшного. О. Слушай, это же тоже массовая получается атака, да? Очередное колесо. И забираем тут древесину. 150 миллионов. Ну, ребят, у нас и так вон с деревом все норм. Ну что, забираем пак. А, нет, тут тоже новички. Душители, шторморез, ужасное чудовище. Вот у нас где элитники будут. То есть, получается, у нас там будет мини-босс и в конце босс. И к тому же, как видим, музычка все пропала. С кого начать? Наверное, вот с этого будем начинать, потому что он любитель бегать, глушить всех. Вот, что он вытворяет. Пока просто укусами. Ага, тут есть возможность залечить раны. Ну, естественно, дебаф нам пригодится больше. Опа, минус. Слушай, надо было, наверное, все-таки не массовую атаку делать, а, скорее всего, залечить раны. Потому что ты видишь, да? У штормореза очень мало здоровья. Так, дебаф. И добили. Так, последняя волна. У нас, твою налево, их уже трое здесь. Их уже здесь трое. Это не очень, конечно, хорошо. Громобой. Тихо, промахнулся. Ну что, лечимся тогда. Через массовую атаку добиваем громорога или громобоя и атакуем сюда. Ну все, у них, по-моему, шансов здесь выжить нету. Сейчас мы распечатаем костолома и останется один громобой. Ну что, сейчас будет пшикать, естественно. А, даже просто укусил. Даже не стал делать суперудар. Ну тогда уже извини. Ах ты. Нифига, ребят, еще потянет. Один, так сказать, бой. До свидания. Так, крутим и забираем рыбу. Маловато, конечно. Так, ну вот теперь пак, который содержит элитных. Давай, вскрывай. Шторморез, шепот смерти, ужасное чудовище, костолом дикарь и экзотический шепот смерти. Барс и вепрь. Кстати, у нас в награде что? Вот эти вот. Я-то думал, там что-нибудь нормальное подсунут, а они фуфляндию какую-то нам отдают постоянно. Ну что, давай здесь попробуем. Ага, три костолома. Три костолома, вот что я тебе скажу. Ладно, возьмемся за этого крайнего вплотную. Тогда уже попробуем как можно быстрее его разнести. Так, они, мне кажется, будут сейчас бомбить, конечно же, штормореза. Кого же им еще бомбить? Так, промахнулся. А это будет разбег. Тоже промахнулся, ну и замечательно. Минус один. Нате вам. Я бы не сказал, что очень много повреждений наносим, да? Где-то четвертинку отняли от общего количества ХП. Не, все-таки выгоднее, наверное, было залечиться. Урон бы тот же самый был, но при всем при этом мы бы еще восстановили бы себе здоровье. Вот типа того.
Так, ну что, с первой волной сейчас будет закончено. Оглушил. Оглушил мне, ты посмотри на него. Минус. Ну что? Два косту... Так, ну, наверное... А, ладно, давай так сделаем. Будем бомбить вначале костоломов. А потом рогобои тогда. Так, это у нас мини-боссик получается, да? Угу. Залечить не смогу пока ничего, к сожалению. Так, теперь сюда, наверное, бомбим. Крайнего костолома будем уничтожать, по возможности. Сейчас будет разбег делать. Ай-яй-яй, и в кого? В хлыстореза? Да, парень, да я смотрю, ты прям вообще супер-пупер храбрый какой стал. Так, дебаф. Сразу же. И поехали. Раз. Два. Ну вот, один на один. Сразу дебафим. И начинаем. Раз укусик. Два. У него фул энергия. Что он там сделал себе? Защиту поставил. Он себе влепил защиту. Ну, как ты видишь, мы ее пробили. Это ему не помогло. А он опять за свое. Нет, тут на этот раз он ХП восстановил, плюс он взял себе доп. Защиту. Но это, естественно, ему не поможет. Все. Здесь нам выпадает рыба. Ну вот. Это уже будет получше, потому что с древесиной у нас и так проблем никаких нет. И мы переходим на последний поединок. Это уже будет босяцкий. Давай-ка глянем. Ага. Так, а ты-то что здесь делаешь, блин? Причем шустрик. Ладно, тогда нам нужно будет его уничтожить, чтобы он не забафал нашего противника. Ать, и не вышло, да? Замечательно. Так, стоп, ребята. Блин, что делать-то? Грушу, наверное, надо отдавать, получается. Получается так. Ну куда ты? Куда ты собрался? Ладно, косолом мой выдержит. 13 уровень, конечно, это вообще, ребят, слабенько. Очень слабенько. Я даже чувствую и по атакам. И вообще по всему. Что он не дотягивает до нашего уровня. Но так как выбор невелик, вот приходится использовать его все-таки. Хотя тут, наверное, и Барсик мог бы выжить, на самом деле, повоевать. Ничего страшного бы не было. Так, лечим. Плохо, что Кривоклык у меня под дебафом, то есть понижена у него броня. Но я все-таки думаю, успеем, да. Вторая волна, смотрим, кто здесь. Ага. Все стражи. Ну что, приступаем тогда потихонечку. Начинаем с крайнего костолома. Уклонение. Опять уклонение, отлично. Попал. Ай, не добили, ладно. Так, теперь этого начинаем уничтожать. Слушай, сейчас кто-то из них будет делать суперудар. Ага, побежал. Все-таки не выдержала, да? Нервная система решила бомбануть. Ну, допустим. Ты видел, сколько у этого здоровья? Кто-то и оно. Так, сейчас мы понижаем броню. И всем скопом его уничтожаем. Так, ну что, один на один. Я думаю, шансов у этого
братка вообще нету. Единственное, что он, конечно, может применять массовые атаки. Если не ошибаюсь, это у него будет яд. Поэтому сделаем укус. Укус и слепота. Все, теперь этот парень наш. Видишь? Видишь, что он собирался сделать? Он собирал нас отравить всех. Мы были бы отравлены и теряли бы с каждым ходом ХП. Так, ну что, не будем тогда тратить. Опять же его в слепоту вгоняем. Ну и вот так вот придется потихонечку-потихонечку его уничтожать. Другого варианта пока нету. Как только у него будет половина здоровья, сразу же сделаем что? Дебаф. Именно на понижение брони. И уже вдвоем вот с этими, я думаю, сможем быстренько его расклепать. Он как ветрокрыл. Это сородище, кстати, его. Тоже восстанавливает себе здоровье после каждого удара. Так, вешаем слепоту. Поехали. Блин, да ты запалил уже. По 95 хп, мы ему 225, а он 95 обратно себе восстанавливает. Так, ну что, можно, в принципе, наверное, приступать потихонечку к дебафу. Опять он промахнулся. Слушай, давай, давай, давай. Опять же, понижение брони. Жалко, что она не настакивается, да? То есть первое понижение, потом второе, третье было бы так намного эффективнее. Вот и все. Событие пройдено. А здесь нам опять рыба. Ну что ж, неплохо. Забираем наш главный приз. 200 всего лишь драконьи кореги. Вот что это было. Какие-то обычные драконьи коряги. Ну что, забираем загадочный пак. Смотрим, монеты Одина, это понятно. Громль, громобой, кривоклык. Так, от этого мы отказываемся. Дальше что у нас тут? А, содержит новичков. Душитель, шторморез, громль. И все. И... подожди. А больше ничего здесь нету. Здесь просто еще ресурсы остались. Кстати, мы же... обучить. Нет, тебя не обучить. Вот этого нам нужно. 106 уровень. 675. Ёк-макарёк. Где же вам столько железа-то? Добуду, а? Ребята, скажите мне на милость. Так, а этого мы отправляем тогда за добычей железа. И вроде бы как все, больше у нас ничего, ребят, не остается. Так, здесь берем. Здесь тоже мы награду получаем. Так, и как ты понял, через 8 часов у нас будет доступно уже следующее событие. Так, этих мы, наверное, пока отправим на прокачку. Слушай, вот этого, наверное, нам нужно будет еще тоже прокачать. У него 81 уровень. О, а здесь вообще 86. Вот эти вот два, это у нас кандидаты на прокачку до 112 уровня. Так что чем быстрее мы ими займемся, тем лучше для нас. Нам нужно 15 драконов прокачать, если ты еще не помнишь. Так, этого за рыбой. И надо вот этого вот костолома тоже прокачивать. В общем, цели у нас ясны. Будем к ним, как говорится, стремиться. Так, а этого-то что, я не отправил, что ли? Ё-моё, беззубик. Извини, сейчас исправим. Ты, кстати, заметь, что нам не хотят давать. У нас уже сколько? Вот эти вот копья стоят на тридцатке. Уже, наверное, месяц. Он не хочет приносить нам копья.
От этого никакого продвижения у нас нету. Так что будем надеяться на лучшее. Ну что, друзья, на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!